того, чтобы лидировать в нашем проекте. Они одни из главных соискателей. Смотри, как бросил шпаги. Профессионалы. Вообще, молодцы, молодцы. Спасибо, что они... Она на параллель дала, говорит, кто-то. А я просто вижу, что мы пришли в горки, я так куда? Не, отлично. Что-то был какой-то пиксель, да? Нет. Ну что, все было чисто? Не знаю. Да? Было где-то, да? Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть, ну, там такая. А где? Молочь. Да, где-то я там, главное. Анна Большинова, это сказка с оценки за технику. Все 6-0. 6-0. Да. Так же быть. Нет, по делу, по делу. Ты уже круче Бутлина. 6-0. Средний балл. 6 баллов ровно. Общий балл. 12 баллов ровно. Кстати, дуэль такая и была. И в этой дуэли ничья. Ну, не понимаешь, что там вот все шестерки бросать. Аня не изменяет своим традициям и привычкам даже на льду. Каталась под песню из фильма «Обыкновенное чудо» гениального режиссера Марка Анатольевича Захарова. Как вы считаете, чудо свершилось? Вот как раз я и хотела сказать, что ждали мы чудо, и чудо, оно случилось. И вот этот шквал эмоций, буря оваций, проникновеннейший номер, они были настолько органичные и хороши, и красивы, нежные, трогательные, эмоциональные. Ну, у меня все только в превосходной степени. Номер очень красивый. Спасибо, Лариса. Валентин Николаевич. Конечно, чудесный танец, интересные переходы, поддержки. Особенно мне понравилось вот начало. Очень жаль, что они вот фехтовальную дуэль где-то вот, ну, быстро прекратили. У них это так здорово вообще началось. Я думаю, ну, может быть, еще там где-то повторят. Но, во всяком случае, было очень интересно. Спасибо, ребята. Татьяна Анатольевна, чудный день, чудные танцы, чудные оценки. Да. Вот я, когда у меня очень плохое настроение, или мне вообще как-то, ну вот, не по себе, я всегда ставлю картины Марка Анатольевича Захарова. Я думаю, что этот номер посвящен великому русскому артисту. И я думаю, что ваши аплодисменты это ему, этому гению, чье имя гремело в нашей жизни много-много лет. Этот гений Олег Янковский. Мы кланяемся, мы помним, мы знаем. Спасибо. Вот что такое наше кино. Вот что такое артист в нашем кино. Спасибо. Этот номер, это не просто номер, это, наверное, действительно дань уважения и любви нашей великим актерам Олегу Янковскому, Александру Абдулову и Евгению Леонову. Аня, могу только передать, наверное, тебе микрофон. Не о чем спрашивать. Блистательное катание и глупо спрашивать, наверное, о сложностях. Не знаю, есть ли они у вас, но это не важно. Думаю, что тебе, наверное, просто самой есть что сказать. Этот номер – это действительно моя дань моему любимому театру, моему любимому режиссеру и, конечно, Олегу Ивановичу Янковскому и Александру Гавриловичу Абдулову, с которыми я работала. И это невосполнимые утраты для всех нас. И именно поэтому для меня было безумно страшно и волнительно катать этот номер, потому что, я совершенно честно, не из-за оценок, а именно из-за того, что как-то, ну, я замахнулась на такое. Я это для себя так расцениваю. И спасибо большое, что как-то вы разделили со мной мои помыслы и мои желания вот, сказать спасибо и отдать дань этим людям. Спасибо. Ну, вы знаете, тут уже так много красивых, теплых слов было сказано. Я скажу только об одном, что для меня вот такие дни, как этот,
когда мы катали под эту музыку из этого фильма, для меня, как для литовца, это действительно такое соприкосновение с русской классикой, которую я не побоюсь назвать мировой классикой, потому что такие фильмы, такие актеры, они будут очень ценимы во всем мире. Поэтому для меня это то, что я имею возможность это делать в ледниковом периоде вместе с Аней, это большое счастье. Марк Анатольевич, может быть, для вас это обыкновенное чудо, а для всех, для нас, совершенно необыкновенное. Просто подарок от вас на всю жизнь до конца. Спасибо. Спасибо вам огромное. Удачи.